Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Nideho madhyam sulabham sudurlabham plabham sukalpam guru karna dharam Маяну кулена навасате ритам пуману на тарето бхавадим на тарето са атмаха. Нидехо мадьям сулабам сударулабам плабам сукалпам гуру карна дхарам. Маяну кулена навасате ритам пуману бхавадим на тарето са атмаха. Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Гаурия Гоштхипати told that who am I? This question should be discussed all the time. Сила Прабхупад Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад, он говорил, что мы должны задаваться вопросом, кто я на самом деле. И из-за того, что мы не задаемся этим вопросом, так много проблем возникает. На самом деле во всем мире есть одна и единственная проблема, то, что мы не можем совершать настоящий баджан. Это единственная проблема в этом мире. Вся наша обстановка, окружение, они могут находиться в гармонии с нами при одном условии, при том, что мы готовы следовать наставлениям настоящих гуру и вайшнавов. И вот чем больше мы следуем с чистым гуру и вайшнавам, тем более Кришна благосклонен к нам. Шрила Прабхупад спрашивает, кто я. Никто не хочет обсуждать эту тему. Многие не хотят говорить об этом, и поэтому так много проблем возникает в этом и приходит к нам. Если мы можем понять, кто мы на самом деле, мы можем запомнить эту шлаку Дживарасура Пахой, Кришна не тебе даст, но просто запомнить ее мало. А кто может чувствовать, осознать всем сердцем, откуда мы можем обрести чувство? Мы можем запомнить какие-то шлоки, но прямое осознание, прямое чувство, которое описывается этими шлоками, его нельзя купить на рынке. А возможно обрести такое чувство только по милости гуру и вайшнавов. Только по милости гуру и вайшнавов мы можем обрести это прямое чувство. И те души, те, кто по-настоящему заинтересован в том, чтобы пересечь этот материальный океан страданий, то Шрила Прабхупад говорит, те, кто пришли ко мне без какой-либо настоящей цели, что я могу сделать для них? Те, кто пришли ко мне без какой-либо настоящей цели, может, у них были какие-то корыстные цели, и поэтому они пришли ко мне. И вот такие люди, которые пришли ко мне без достойной цели, без достойного мотива, как я могу помочь им, они не собираются менять свою жизнь. Шрила Бхактивинода Тхакур, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, вся наша гурварга, она подобна мильному камню перед нами, она подобна указателю, но мы не готовы следовать им, и поэтому не можем достичь нашей цели. Дживатма, когда она входит, сначала эта дживатма, она путешествует, скитается по 14 мирам. И согласно своей карме, своим прежним действиям,
эта душа, она может войти в любое материальное тело согласно своей карме. И вот если эта дживатма входит в тело слона, то она будет думать о себе как о слоне. Если эта душа она попадет в тело женщины, она будет думать, что я женщина. А если в тело тигра, то, соответственно, будет думать о себе как о тигре. И таким образом так майя действует. Майя, она не может позволить нам совершать настоящий баджан. И в тот день, когда Кришна ушел с этого материального мира, как только Кришна оставил этот материальный мир, то же самое время Кали, она пришла сюда. И вот как только Кришна ушел с этого материального мира, сразу Кали появилась. Но до времен Парикшит Махараджи Кали не могла влиять на этот мир. А после Парикшит Махараджи уже начались те проблемы, которые причиняемые Кали. Мы не воспеваем киртаны, и поэтому мы не получаем милости, силы. Мы не воспеваем киртан по-настоящему. Киртаны не очень важны. И поскольку мы не совершаем настоящие киртаны, то мы не обретаем силы в баджане. Для того, чтобы Шичитанья Махапрабху был доволен, только через санкиртану можно. Он будет доволен нами только тогда, когда мы будем совершать санкиртану. Мы должны удовлетворить отца санкиртаны Махапрабху. Некоторые думают, что это просто потеря времени. Бхактивинода Такур, он плачет и говорит в своем киртане о Джанави Деви. Я принял решение пересечь этот материальный океан с помощью твоих лотосных стоп. Они подобны лодке, кораблю. И вот с помощью твоих лотосных стоп, которые олицетворяют собой корабль, который никогда не может попасть в аварию. Если какие-то обычные корабли не могут попасть в какую-то аварию или под влиянием стихии затонуть, но почему Шрила Бхактивинода Такур говорит о лотосных стопах Джанави Деви как о корабле, который никогда не может потонуть, поскольку Нитянанда Шакти Джанави Деви, Ананга Манджари, младшая сестра Радхарани. Кришна, он всегда доволен ими. Радхарани, Ананга Манджари, Лалита Вишака, они исполняют наивысшее служение для полного удовлетворения Шри Кришны. Они всегда заняты таким служением. Только наше идеальное настроение служения, желание служения, оно может спасти нас. Если мы будем изучать Писание, изучать санскрит, но нет гарантии, что благодаря этому мы сможем пересечь этот материальный мир и достичь Кришны. Я уже говорил о бхакти-лате, о лиане преданности. Я буду более подробно в Экадаше
обсуждать. И вот и вот когда эта лиана преданности, она растет вверх, пересекает вираджу. Достигает Вайкунтхи, потом трансцендентной обители Нарайны, и потом достигает Галоки, но и там мы должны совершать Шравана и Киртан. Есть 5 видов рас, о них я буду говорить в день Экадыши. Почему мы говорим так? Это неправильно. Почему мы говорим о том, что Дживья Сварупахой Кришна не тебе даст? Во Вриндаване много споров, что кто-то говорит, что мы Рамдасы, разве мы не можем стать успешными? Дживья Сварупахой Кришна не тебе даст, это идеал. Это идеальная сиданда. Почему Кришна, он изначальный источник всего, но это не значит, что если вы стали Рамдасом, то вы не сможете достичь совершенства. Кришна, он идеал, он изначальный источник всего, и поэтому говорится Кришнадас. Имеется в виду, что в Кришнадасе, Нараянадас, Нарисимхадас и прочие преданные различных ипостасей, различных аватара Господа уже там имеются в виду. Единственная разница в расе Дживатмана может достичь наивысшего уровня, обмениваясь 5 видами рас с Кришной, с другими аватарами Рамы, Нарисимха, Вараха. Мы не можем иметь эти отношения в 5 расах. И вот Бхактина Такур говорит: о Джанава Деви, я принял решение пересечь этот материальный мир с помощью твоих лотосных стоп, которые подобны лодке, кораблю. И вот в Бхагаватам, в 11 части я начал вот с этой шлоки. Вы должны помнить всегда эту шлоку. Всегда, в каждую часть секунды мы должны иметь связь с Гуру Вайшнавами и помнить эту уникальную татву. Много раз я говорил вам, мы должны помнить. Если мы поместим кусок железа в огонь, то постепенно мы увидим, что это железо, оно стало красным, цвета расплавленного золота, но оно приобрело качество огня. И если вытащить его из огня, то железо опять станет черным. Оно охладится и, соответственно, потеряет свое сияние, приобретенное от огня. И какой же путь в том, что мы должны иметь связь с этим духовным сияющим огнем подобным? Подобным возвышенным гуру Вайшнавам, если у нас есть связь с такими возвышенными гуру Вайшнавами, которые подобны духовному огню, то тогда мы то тогда у нас будут
такие же качества, а как только мы отдаляемся даже внешне от гуру вайшнавов, и вот если мы с умом находимся, если мы умом находимся вместе с гуру вайшнавами, то это хорошо. И вот Бхактивинода Тхакур говорит, что я хочу пересечь этот материальный океан, и мы и вот Махарадж повторяет эту шлоку с 11-й песни Бхагаватам. И вот в Бхагаватам говорится, что это материальное тело, оно подобно лодке, кораблю, и с чьей помощью можно пересечь этот материальный океан, если мы примем должное прибежище у гуру вайшнавов. И вот на этой лодке гурудев, гуру вайшнава, они подобные капитану, который ведет нас. Наша То есть, если мы сами будем плыть, куда мы хотим, это нет никакой гарантии, что мы спасемся. Если мы будем идти на поводу у наших органов чувств, то тоже ничего хорошего не будет в этом. То есть просто Кришна, он хочет видеть нашу прекрасный образ. Почему мы молимся Сударшане, Рупи Манджари во время дня явления Рупа Госвамипада? Мы говорили об этом, что мы хотим обрести Рупу. Рупа значит красота. Красоту нашего сердца, не тела. Наше сердце тоже должно стать прекрасным. И вот однажды Шрила Кеша Госвами Махарадж, он говорил Харикатху перед большим собранием людей в Калькутте. Сидар Госвами Махарадж был там, он был президентом этого собрания. И на этом собрании, когда Кеша Госвами Махарадж начал говорить, то первые его слова были, что я могу говорить перед этими сапожниками, не сапожниками, те, кто из кожи делает обувь. И вот люди начали возмущаться, как он называет нас с этими. То есть люди, которые погрязли в материальное сознание. И Кеша Госвами Махарадж назвал их буквально сапожниками или теми, кто работает с кожи. И вот Сиддхартха Госвами Махарадж, он был там, и он взял ситуацию в свои руки, взял микрофон и сказал: подождите, мы очень оскорблены так как он назвал нас. Мы должны спросить, почему он назвал нас таким словом. И вот Сиддхартха Госвами Махарадж заручился поддержкой публики о том, чтобы Кеша Госвами Махарадж объяснил, почему он назвал их сапожниками. И вот передали микрофон Шилу Кеша Госвами Махараджу, он все объяснил, и когда он закончил говорить, то все люди, они
поняли, что да, действительно, мы как мы подобны сапожникам, которые погрязли в материальном. И наши действия, наши умонастроения, оно подобно таким материалистам. И вот перед Рупой Госвамипады Шридхар Дев Госвами Махарадж, он, когда Шрила Прабхупад уходил из этого мира, он дал, он попросил Рамананду Прабху Шридхар Дев Госвами Махараджа спеть этот киртан. Вот это Шрупа Манджари Пада. Вот этот киртан. И вот мы хотим развить через наш баджан прекрасную форму. Если Кришна, он хочет видеть, увидеть нас, наша красота должна быть не только внешняя, но и внутренняя. Я уже говорил, Дживатма, согласно санскриту, те, кто... Некоторые люди, которые получили ученую степень по санскриту, они спорят со мной, что почему джива, ну, о том, какого рода душа, а джива Госвамипад, он использует слово джива в женском роде, поскольку она татастра шакти. И джива — это шакти. Только когда мы используем это слово джива, джива пуруша, то это не значит, что джива — это тот пуруша Парамешвар. Когда мы в шастрах используем слово джива пуруша, но это не значит, что это та пуруша парам пуруша. Когда мы используем это слово джива пуруша, то смысл этого в том, что дживы имеют склонность к наслаждению, и поэтому используется такое слово, что они хотят наслаждаться. И поэтому мы используем это слово. Я уже сказал о объяснении этого слова. Purusha is actually, is a, we say, we are calling by this name. Yes, well, actually, Sambodhan, Purusha. First case, in case and in first case, Purusha. Savai Pumsam Paradharma. И вот в этой шлоке Саво Пумсам Парударму здесь окончание меняется. И это слово Пуруша используется согласно. И вот согласно Писанию можно объяснить так, что это тело подобно храму с девятью воротами, называется Пурам. И вот в этом теле, подобном храму Параматма, в форме Шри Кришны, он пребывает там, и поэтому это тело подобно храму. И этот, в этом храме девять ворот, через которые наша душа может выйти одну, через любой из этих девяти ворот. И вот суть в том, что Пуруша значит вот Пуре Дехе Васати Ити Пуруша. Пуре значит в этом теле
которая подобна храму. И вот Дживатма в этом теле. Вот это. Дживатма, которая пребывает в таком храме, она называется Пурша, в таком телехраме. Иногда мы говорим дживатма, иногда дживапурша. Это нет ничего неправильного в использовании этих слов. А почему называется пурша? Это в том, что она, у нее есть склонность к наслаждению. И вот суть в том, что перед Кришной, перед Гаурангой Махапрабху, мы все молимся о том, что мы хотим развить нашу прекрасную форму, если Кришна захочет увидеть нас. Поскольку дживатма, у нее есть настроение служения, и это есть прекрасная форма. Кришна хочет увидеть наше желание служения, и это зовется нашей красотой. И сегодня день явления Джанави Мататакутакурани. И сегодня также день явления Рама Шакти Сита Деви, Шакти Рамачандры. И я хочу сказать об этом, об их явлении. И вот у нас есть возможность обрести нашего Гурудева как капитана корабля, который будет вести наш корабль, при условии, что мы полностью предались Ему и следуем Его наставлениям. Поскольку если мы не будем следовать наставлениям Гурудева, то мы не сможем пересечь этот материальный океан. А те, кто не примут такой золотой возможности, то они подобны самоубийцам. И в шастрах говорится, что и вот что те, кто не принимают такой золотой возможности, они те, кто не принимают такой возможности, чтобы пересечь этот материальный океан, они подобны самоубийцам. И вот Бхактивинода Тхакур, он ведет нас должным образом, чтобы мы имели сильную веру в лотосные стопы Нитянанды, имеется в виду Джанави Деви. Поскольку Нитянанда не отличен от Джанави Деви. Много раз я говорил, что согласно Веданта Сутре, Шакти Матурабет, Шактиман, Верховный Господь, и Шакти. Энергия этого обладателя энергии, они не отличны друг от друга. И принять прибежище у Нитянанды Прабху не отлично от того, что мы принимаем прибежище у Джанави Такурани. И вот я хочу сказать об этой татве. И вот Джанави Деви и Васуда Мата Такурани, Джанава и Васуда, они две сестры. Старшая Васуда, Васуда Мата Такурани, Васуда Деви и младшая Джанава Такурани. Отец Джанави Такурани, он Сурьядас Пандит. Отец Джанави Такурани, он Сурьядас Пандит. И вот Сурьядас, Гауридас, Кришнадас, их несколько братьев.
И вот вы уже знаете о Гауридас Пандите, он Сака Кришна во Вриндаване. И вот в Амбике Калне, недалеко от Навадвипы можно найти место Гауридас Пандита. И та самая Виграха, которая не отлична от Махапрабху. Махапрабху, когда был там, он сказал, ему, что я ухожу, вот моя Виграха остается и поклоняйся ей, но Гауридас Пандит сказал, нет, давай лучше Виграха пойдет, а ты оставайся. И Махапрабху согласился, принял его, да, и так Махапрабху в форме божества ушел, а сам он стал божеством. И вот я вспомнил одну шутку, однажды я слышал от Шрилы Шанти Госвами Махараджа. Однажды один преданный отправился собирать подаяние. И вот был какой-то опасный человек, он позвал этого брамачари, эти бикша нужно, что ты делаешь, теряешь свою жизнь зря. Нет, мы совершаем баджан. Видел ли ты Кришну? Можешь ли ты мне показать Кришну? И этот брамачари не знал, что ответить. Он не был достаточно разумен, чтобы отвечать на такие вопросы. И вот когда он вернулся, он Гурудева спросил, что сегодня был такой опасный человек, спросил такие вопросы, а Гурудева сказал, что ты глуп. Почему? Ты видел Виграху, да, видел, а почему ты говоришь, что ты не видел Кришну? Это значит, что ты не веришь, что Кришна, он не отличен от Виграхи. Это концепция Майавади. И с тех пор у этого брамачари, у него, он понял, что да, Виграха, она не отлична от самого Шри Кришны, и я не мог ответить ему. И вот суть в том, что Сурьядас Пандит, он получил титул Сурьядас Соркхел. Что значит Соркхел? Такой простой перевод этого слова бухгалтер. А в то время царь Бенгала, а Сурьядас, он был бухгалтером этого царя. Все, он считал всю казну, весь бюджет и прочее у этого царя. At the sun, then maintaining all accounts of the king, follow Raja. That's why he was enjoying this title Sarkhel. И вот поэтому он получил этот титул Sarkhel. И в то время они жили в Шалиграме, деревня Шалиграма называлась, он там жил. И после этого они пришли в Калну, в Амбика Калну. И вот Джанавадеви Такурани и Васудамата Такурани говорится, что Сурьядас Соркхел, он не отличен от Реват-раджи. Реват-раджа — это тот, кто взял свою дочь Ревати, он до самого Брама, чтобы спросить какой-то вопрос, но Брама был занят, он не смог ответить. И вот этот царь, он не смог получить ответ от Брамы. Но вот когда праздник у Брамы закончился, Брама спросил, что вы пришли. И этот царь сказал, что у меня проблема, я хочу отдать замуж мою дочь, но не вижу никого достойного.
Я хочу спросить тебя, кого я могу, кто достойный жених для моей дочери. И Брахма сказал, что ты тут опоздал. Как опоздал? Ну вот смотри, пока ты тут меня ждал, сатя трета юга прошли, два пара юга началась. Здесь время по-другому течет. И вот ты так, когда вернешься назад, ты увидишь, что сатя юга, она уже давно прошла. Что все люди, они стали уже гораздо меньше. И поскольку прошло несколько юг уже, то люди поменялись, они даже размером стали меньше физически. Поскольку здесь прошел час, а там в материальном мире уже несколько юг прошло, уже два пара юга практически кончилось. И когда ты придешь, то увидишь, что ничего там не осталось, на ком женить твою дочь. И вот, когда ты пойдешь, вернешься назад, ты увидишь Баладева Махараджа. Вот он станет достойным женихом для твоей дочери. Отдай ее замуж за него. И вот этот царь вернулся, организовал свадьбу Ревати с Баларамом. И этот царь, он стал Сурьядас пандитом в горе Лиле. И вот Ревати и Варуни, они явились как Джанава и Васуда в горе Лиле. Ревати — это Джанава, а Ревати — Васуда Мата Такурани. И Сурьядас пандит был занят служением там в служением у царя, он работал бухгалтером, и впоследствии он пришел в Калну с разрешения царя. Там был уже Гуридас пандит, он жил на берегу Ганги, совершал баджан. И вот там однажды Сурьядас пандит думал, что две мои дочери, они выросли, нужно женить их, найти достойного мужа. Но что же делать? Он советовался со своими друзьями, и однажды во сне он увидел Баладева Нитянанду. И потом он осознал, что все, моя проблема решена, что нужно, и к нему пришло четкое указание во сне, что он должен выдать замуж двух своих дочерей за Нитянанду. Он посоветовался со своим другом Браманом, он одобрил, и Сурьядас пандит, он послал посланников в Навадвипадаму, в Майпур, в дом Шива Сангана, поскольку в то время Нитянанда Прабху, он был там, в доме Шиваса, в Шива Сангане. Когда этот посланник, он провозгласил желание Сурьядаса пандита, Шивас пандит, он очень обрадовался, он начал танцевать, и Нитянанда узнал, когда об этом, он улыбнулся, что моя шакти, она пришла ко мне. Материальные люди, они настолько глупы, они не понимают. Они спорят на эту тему. И многие ученые, они тоже спорят. Они пишут, изучают жизнь Гауранги Махапрабху, и
И вот они, эти ученые, они пишут, что Махапрабху женился по любви на Вишнуприи. Но это не так. И наша Гуру Варга, она хочет взять тапок и кинуть в таких ученых. И также некоторые преданные, они думают, что если у Адвайты Гасай или Нитянанды было две жены, почему нам нельзя иметь двух жен? Но это материальная концепция. Они не забывают, что Лакшми Прия, Вишну Прия, они вечные шакти. Вечные шакти их. Они забывают, что Джанава и Васуда – это вечные внутренние энергии Нитянанды, Махавишну Аватар, Адвайта Гасай. Что его жены Сита и Шри Такурани, они Нарисимха Бадури, его как-то так звали, он хотел выдать замуж двух своих дочерей за Адвайта Гасай, Аватару Махавишну, и вот так. И так организовали свадьбу, и все расходы на эту свадьбу взял на себя. Вот как свадьбу Махапрабху оплатил Буддхиманта Кхан, а в этом случае некий Кришнадас, брат Сурьядаса, какой-то Кришнадас, в общем, оплатил эту свадьбу. Он был этим землевладельцем крупным, и он взял на себя все расходы. И сейчас нам неудобно говорить, что некие ачарьи, у которых много власти, они хотят доказать, что Нитянанда саньяси, и что Нитянанда никогда не женился. И вот такие некоторые ачарьи пишут на эту тему какие-то книги, и я был вынужден дать им достойный ответ на их глупые суждения. Они и вот я был вынужден написать, книгу, чтобы оспорить их суждения. Они Нитянанда, он принимает саньясу или не принимает саньясу, это не столь важно, поскольку Нитянанда, он лучше из саньяси. Я могу доказать, что Джанави Мата, Нитянанда или Радхарани, они лучше из саньяси. Что значит саньяса? Саньяса не значит носить оранжевую одежду с дандой. Это не значение саньясы. Бхактивинода Тхакура лучше из саньяси. Хотя внешне он находился в грихастха аштраме, но все же он лучше из саньяси. Не все понимают настоящее значение саньясы. Это та дживатма, которая полностью посвящает себя служению Шри Кришне без каких-либо условий, она становится настоящей саньяси. Махапрабху говорил о значении саньяса. Мы, может, забыли об этом. И вот в этих словах Паратмани Штамат Тубезгон.
Вот в этой шлоке говорится, чтобы то, что если у кого-то есть огромная любовь к Шри Кришне, это один из главных признаков саньяса. Вот. Почему я принял саньясу? Чтобы доказать, что мое самопредание лотосным стопам Шри Кришны, чтобы совершать служение всегда, и это умонастроение саньяси. И вот Махапрабху говорит в этой шлоке, что когда мы сможем совершать Мукунда Севу под руководством Гуру и Вайшнава, это наша наивысшая цель. И тогда, совершая это служение, мы можем достичь лотосных стоп Шри Кришны. Даже Махапрабху после того, как он принял саньясу, он был вынужден сказать такие слова. Он выражал такое сладкое сумасшествие буквально. И Махапрабху, он сказал такие слова, что према, она моя собственность. И зачем я принял саньясу? Махапрабху сказал так. После того, как он, Махапрабху, принял саньясу, он начал говорить, почему я принял саньяс, чтобы достичь наивысшую цель, Кришну прему. Какая наша наивысшая цель саньяс, это достичь Кришну прему. А если какая-то дживатма принимает саньясу, не обретает это, не стремится к Кришна преме, то какой смысл от ее саньяса? Просто принимать поклонение других – это плохо. Тринадхапи – значит, саньяс врата уже… Если у нас есть чувство тринадхапи, то это есть доказательство, что мы уже достигли уровня саньяса. Когда я буду говорить о Бхагавад-гите, я расскажу более подробно об этом. Саньяса значит, что когда мы полностью предаемся лотосным стопам Шри Кришны, и это данда у саньяси, она олицетворяет собой наказание. Данда на санскрите и бенгале. Значит, буквально наказание. Это данда не просто палка, значит, а данда значит наказание. Какое наказание? Телу, уму и речи. Мы должны полностью контролировать себя, всегда быть очень осторожны, не слушать плохого, не говорить плохого, не делать ничего плохого. Мы должны всегда находиться в таком ограничении. Триданда, что значит? Триданда саньяси значит. Мы должны наказывать наше тело, чтобы наше тело, оно всегда находилось в Кришна-севе. Мы не должны наслаждаться, как обычные материальные люди. Мы всегда должны говорить о Кришне и о связанных с Кришной вещах. Наш ум, он должен думать о Кришне. Наш ум, если кто-то саньяс, она... То есть в сердце настоящего саньяси нет места для ничего материального. Ум совершенного саньяси, он настолько поглощен Кришна Бхавой. Мы не можем
найти даже малейшее место для чего-то постороннего. И вот Вишну-прия-деви, она лучше из саньяси Джанави-деви Такурани тоже. Радхарани, она лучше из саньяси. Но внешне мы не можем этого видеть. Джанави-мата Такурани, всю свою жизнь я могу показать вам на примере ее жизни. Она всю жизнь исполняла обязанности совершенного ачарья, даже больше, чем Нитянанда. Нитянанда Авадхут иногда вел себя как сумасшедший, но Джанави-мата Такурани, она действовала как совершенный ачарья. Она даже, у нее был характер даже более идеальный, чем у Нитянанды. Она была великим ачарьей. Если увидите ее, ваша голова автоматически склонится перед ней. Даже Джива Госвами Пад, когда он пришел, Нитянанда, он не отличен от Джанави Такурани, понимаете? И вот таким образом Ревати Варуни, они и вот, в общем, какие-то ачари говорят какую-то ересь насчет того, что как Нитянанда смог жениться Иису. Если он саньяси, Махарадж это все описал очень подробно в своих книгах, но не на Бенгале. И пока переводить, и нужно бы их перевести. И Нитянанда, он Авадхут Саньяси. Саньяса, она всегда внутри Нитянанды, поскольку Нитянанда, он лучше из слуг Нитянанда лучше из слуг Гуранги. Поскольку Гуранга говорил, что если ко мне приходила какая-то мысль, то ты ее воплощал сразу же в жизнь. О чем бы я ни подумал, я вижу, ты уже это делаешь в практической форме. И поэтому ты лучше из моих слуг. Нитянанда, он Авадхут Саньяси. Нужно изучать Читание Бхагавату. Там можно найти, что Нитянанда в Нандачаре Бхаване, он был в украшениях, подобно Баларамы, и какие-то разбойники, воры пришли, они увидели, были восхищены его украшениями, и какой-то так называемый преданный, он начал жаловаться Гуранге, что смотри, он саньяси, а так много украшений на нем, так много золота и драгоценных камней, и Махапрабху засмеялся, что это не украшения, а в форме украшений Нававитха Бхакти, девятисложные бхакти на нем. Вы видите, это как какие-то обычные украшения. И вот в этих форме это девятисложное бхакти, оно явилось в форме украшений на нем. И Гуранга Махапрабху говорил, что если Нитянанда даже женится на какой-то мусульманке, то мы все равно будем выражать ему почтение, поскольку любые Нитянанды не могут задеть никакие плохие действия, поскольку он источник всего сукрити, всего бхакти, всего благоприятного. Гуранга Махапрабху говорил в читании Бхагавате, мы должны изучать Джайва-дхарму.
Чайтанья Шикшамриту, Дашамула Татву, мы должны изучать Махапрабху Шикшу, Мана Шикшу. Но не все готовы следовать этому, некоторые хотят перепрыгнуть сразу к Ужвала Ниламани, чтобы стать гопи, а это невозможно. Если мы не будем следовать Гуру Варге, мы не сможем развиваться на нашем духовном пути. И Бхактивинода Тхакур говорит, что мы должны изучать сначала вот эти все предваряющие книги. И Кришна Бхагаван перед Удавой сказал, какой признак Аватхута Саньяси. Внешне мы не можем найти данду и оранжевую одежду саньяси. Как Гокишо Баба, он иногда был без одежды. И кто-то может какие-то проблемы в этом найти, но Кришна Бхагаван говорит, что Парамахамсы, они за пределами всех правил. Мы не можем применять какие-то правила и ограничения к таким великим вайшнавам, как Гуру Кишвадас Бабаджи Махарадж. Они Парамахамсы, они находятся за пределами правил и предписаний. И вот Парамахамса, мы не можем объяснить характер Парамахамс. Они за пределами варан ашрам, за пределами каких-то внешних правил баджана, мы не можем ничего найти в них. Сам Гуранга Махапрабху, он дал нам наставление Нитянанде, чтобы он принял саньяс. Это практически нигде не описывается, как можно, то есть откуда мы это знаем, поскольку не все записано. Сваруп Госай, он почему он лидер всей Гауди Сампрадайи, где это написано? Можете ли вы показать? Можете ли вы показать, где это написано, что Сваруп Госай, он назначен главным среди Гауди Вайшнавской Сампрадайи? Но по милости Шрилы Прабхупады можно узнать, что сам Махапрабху, он дал указание ему, чтобы он был лидером всей Гауди Сампрадайи. И вот Гауранга Махапрабху дал ему указание в этих словах, что когда какой-то преданный в Гундичи, он хотел омыть стопы Махапрабху водой перед храмом Гундичи, то Махапрабху возмутился и сказал, что смотри, что делает твой Гаудия. И в этих словах Махапрабху, он можно видеть, что он назначил Сваруп Госая главным среди всех гаудий. И также случилось Нитянанда. Первое, Нитянанда не может делать ничего, чтобы не одобрил Гауранга. Нитянанда, он всегда исполняет желание Гауранги Махапрабху, и в Чайтанье Бхагавате, и в других писаниях говорится об этом. Это единственная обязанность. Единственная обязанность Нитянанды в вот это единственная обязанность Нитянанды исполнять желание следовать согласии с волей Гуранги. И поэтому как он мог жениться без воли на то Гуранги Махапрабху? Адвайта Госай, он также саньяси. Его действия и все остальное, они доказывают, что он лучший саньяси во всем этом мире. И таким образом,
самое сокровенное сиддханта в том, что Гуранга Махапрабху дал наставление Нитьянанде жениться и проповедовать. Нитьянанда, он сам Баларам, его внутренние энергии Васуда и Джанави, они должны быть. И также одно особое качество, то, что саньяси, он не может ходить везде, он не может проповедовать везде, а греха, если преданный находится в ашраме домохозяина, то он может проповедовать более широко вместе со своей семьей. Например, я саньяси, я не могу идти зайти в любой дом в любое время, это запрещено для меня, но преданные домохозяева не могут, и поэтому для более широкой проповеди Гуранга Махапрабху дал наставление Нитьянанде, чтобы он женился и проповедовал, поскольку то, что невозможно для меня, возможно для тебя. В Чайтанье Бхагавате это описывается. Махапрабху говорит, что то, что нельзя для меня, возможно для тебя, поэтому иди в Бенгал и начинай проповедовать. И Нитьянанда Прабху очень широко проповедовал. И Джанава Такурани, она действовала как ачарья, особенно после ухода Нитьянанда Прабху. И после этого Васуда Мата Такурани, у нее была дочь Гангама, не Гангамата Такурани, другая, ее Ганга звали. И сын был Вирабхадра. Вирачандра — это сын Нитьянанды. У нас не должно быть никакой материальной концепции, как материальный отец и сын Нитьянанда. Он Сакшат Баларам. И вот сын Нитьянанды, и дочь, у нее сын был Вирачандра, и дочь Ганга, и они жили в Карде, Кардаха. Они где-то там жили, если ехать в Калькутту через Баракпур, там станция Карда на берегу Ганги, и там можно найти, да и сейчас даже. Когда проходит Дадхи Чира Махотсав, он там проходил по другой название этого места Панихати. Там Панихати совсем рядом с Кардахой. И вот в этом месте, в Кардахе, можно найти дом, их дом. И Джанава Мата Такурани, она проповедовала там. И вот после того, как ушел Нитьянанда, Джанава Мата Такурани, она стала ачарьей. И вот Джанава Мата Такурани, она отправилась в Кетури. Сейчас это на территории Бангладеша находится. Раньше это была одна Индия, это недалеко от Калькутты. От Калькутты недалеко, буквально 3 часа. И вот это место, Кетури, там был великий праздник.
и там был великий праздник Сантош Датта, отец Наротама Такура. Он был великим царем того места, и вот он, там было шесть божеств установлено в одно время. И этот праздник Нитьянанда Шакти, Джанея Мата Такурани, она была приглашена. И в то время Вриндаванда Стакур Махашой был в этом мире. И Кришнадас, он дядя Джанави Мата Такурани, он тоже был в их команде Парамешвари Дас, Ачютананда и все прочие. Они отправились туда, чтобы участвовать в этом празднике в Кетуре. И кто-то сказал об этом празднике, что ни раньше ничего подобного не было и в будущем не будет. Там пришло очень много преданных со всей Индии. И вот шесть божеств было установлено там. Одно божество. И вот одно божество нашли в стоге сена, как нашли. Наротама Такура пришло видение во сне, что вот там божество в стоге сена. Они пошли смотреть, там змея появилась, они совершали киртан, змея уползла, и там нашли божество. Radha Brajamohan like that. Божество этого звали Раджамахон или как-то так, Махарадж, не помню точно. И вот Джанава Мата Такурани, она дала наставление Наротаму Такуру, чтобы он начал киртан. И Шринивасу Ачарья, Шивананда Прабху, Шринивас, они все отправились туда, и это была ответственность, обязанность Шринивасачарьи совершать Абхишеку. Абхишек совершался Шринивасамачарьи, Абхишека, это омовение Господа, и киртан Наротамам Такурам, был особый киртан. Когда начался киртан, вся обстановка, все окружение, оно стало подобно тому, как мы на Голоке. Все чувствовали, что они на Голоке, когда Наротам Такур он совершал киртан. И все они могли видеть гору Нитьянанду, они уже явились в этом киртане. Гору Нитьянанда явились, когда Наротам Такур совершал киртан. Все преданные танцевали, и они увидели гору Нитьянанду. И вот потом Джанави Мата Такурани, она взяла на себя ответственность за приготовление подношения для божеств.
делает, она сама готовила подношение. И вот потом Джанави Мата Такурани, она после ухода Махапрабху, Нитянанды Прабху стала Ачарья, она посещала Вриндаван также. Но времени мало, еще нужно рассказать о славе Ситы Деви. И вот в то время Джанава Мата Такурани они пошли во Вриндаван, и когда Джанави Деви она дошла до Вриндавана, то Джива Госвами, Маду Пандиты, все другие великие спутники Гуранги Махапрабху, они все пришли к ней, чтобы встретить ее, поприветствовать. И вот они пришли к ней, предложили ей свои полные распростертые поклоны, и Джанави Деви Такурани, она получила даршан Рада Говинды, Рада Гопинатхи, Рада Мадамахана, поскольку в то время все божества были там, а потом божества развезли по разным местам. И даже Вриндадеви, божество Вриндадеви, оно пришло во сне царю и сказала, что не нужно меня перемещать из Вриндавана куда-либо. А потом Говиндадева перевезли в Джайпур, куда-то в удаленное место. Из-за того, что мусульмане нападали, то божеств перевезли в Джайпур в более безопасное место. Шинаджи его перевезли в Гуджарат, в Натхадвару, сыном Валабхачарья, Битталнатха, как-то так его звали. But Vrindavan speaking, don't take me out of Vrindavan. I like to stay here and come back. So you can find the Но Вриндадеви сказала, что она будет в Камьяване, не нужно никуда ее перевозить. Это большинство Вриндадеви, оно там и находится, в Камьяване. И вот Джанава Мата Такурани, Ананга Манджари, она получила даршан всех божеств в Вриндаване и в различных местах Враджадамы, имеется в виду в различных лилакшетрах, там, где Кришна являл свои лилы, то Джанави Деви Такурани, она являла признаки экстаза в тех местах, где Кришна являл свои лилы, и она была очень довольна тем, что получила даршан Вриндавана. И вот Джанави Мата Такурани, она впоследствии отправилась в Экачакру, чтобы получить даршан Экачакра Дамы. И когда она отправилась туда, в то время Харай Пандит и Падмаватима, они уже оставили этот мир. Там были какие-то развалины только.
на месте явления Нитянанды, когда Джанави Мата Такурани отправилась туда, там были одни развалины. И она плакала, когда увидела это, они развалины на месте их дома. И потом она вернулась назад и в различных местах, иногда в Навадвипе, иногда Джанамата Такурани, по ее милости, она из Вриндавана принесла божества Кришна Баларама, и эти божества можно найти на следующей станции после Калны. Гуптипара. И вот там, в том месте, их божества Кришна Баларама установлены. А сейчас находится, имеется в виду. И вот всю жизнь Джанамата Такурани, она действовала как ачарья. И тысячи людей, тысячи душ, они получили милость от Джанамата Такурани, даже больше, чем от Нитянанды. Они все обрели ее полную милость. Можно найти баджан кутир Джанамата Такурани на берегу Радакунды, если кто-то был там. И вот на берегу Радакунды там маленькое место. Когда я бываю там, я всегда предлагаю ей свои полные поклоны. И там ее божество. И без милости Джанамата Такурани мы не можем почувствовать самую наивысшую датву, поскольку Сачитананда Бхактивинода Такур, он уже дал нам указание вот в этих словах, что мы приняли решение пересечь этот материальный океан по милости твоих лотосных стоп, и это они подобны кораблю. И все души дживатмы, они подобны лодкам, кораблям, которые скитаются по этим 14 мирам. Если мы совершим какую-то ошибку, оскорбление, то в этом случае мы можем потеряться в этих 14 мирах. Души дживатмы, они бесконечны. Кто-то спрашивает, что если души бесконечное количество, то где место всем находится? Это глупый вопрос, поскольку Кришна бесконечен, все, что он делает, тоже бесконечно. И место поэтому для всех его бесконечных творений, оно также есть. Сейчас я хочу сказать о Шакти Рамачанды, о Сита-деви, которая не отлична от него. В одном месте называется Митхила. Митхила, оно, это место было известно как наивысшим местом для изучения логики Ньяя-шастра. И потом Навадвипа, она тоже была известна в таком качестве, но там это более знаменитое место было, и Сарвабхаума Бхаттачарья отправился туда. В то время его звали не Сарвабхаума Бхаттачарья, а Васудев, и потом он такое имя получил. И вот то место было на границе с Непалом. Митхила на границе с Непалом находится. В горах. From Roxo, one place in Bihar you have to go, or from Patna also go. It's more
это, в общем, рядом с Раксаулом находится. И вот Митхила — это то место, язык там Матхили называется. Очень такой сладкий язык. Видьяпати, он Матхили Кавья. Он, Видьяпати, он оттуда происходит, с этого места. И Адвайта Гасая встретился с ним. С этим Видьяпати, я уже говорил об этом. И вот там Митхила Радж, царь Митхилы. Джанаки. Джанаки Радж. Джанаки, и Джанак Радж. Джанак Радж, он один из 12 махаджан. Джанак Радж, он был один из... Он внешне был царем, но внутри он был лучше из саньяси. И вот этот Джанак Радж, он был саньяси внутри. Он был лучше из татва-гьяни, и поэтому наш Ясадева Госвами, он отправил своего сына Шукадева к нему, чтобы он одобрил его. Иначе... Чтобы люди не возмущались, что он такую наивысшую татву он дает, обучает ей своего сына. И поэтому, чтобы никто не возмущался, он в Ясадев Госвами он решил отправить Шукадева Джанакараджу для того, что он одобрил его, чтобы получить буквально сертификат, поскольку если Джанакарадж скажет, что он самый достойный, чтобы обрести, получить Бхагават-расу, то это будет лучшим подтверждением. И Шукадев Госвами был одобрен Джанак Махараджем. Вопрос был, что и вот этот Джанак Махарадж, один из 12 махаджан, он одобрил Шукадева Госвами. И вот Сита Деви, она была дочерью Джанак Махараджа. И ее дали замуж за Рамачанду. А, не за это. И вот Вишвамитра, в то время Вишвамитра Муни взял с собой Рам Лакшмана, и они достигли Митхилы. И там Рамачандра увидел Ситу первый раз, она его вечная шакти. И в то время они сыграли свадьбу там, и Сита Деви, она приняла решение
служить Рамачандре всегда, даже когда Рамачандра отправился в ссылку, то Сита Деви, она следовала за ним. И особенность в том, что Сита Деви хотела служить Рамачандре все время, всегда. И можно спросить, что если Сита Деви Шакти Рамачандра, то почему Сита, она спрашивала Рамачандру, попросила Рамачандру идти за этим оленем, разве она? Почему это так было? Потому что это была лила для Ситы, было невозможно попросить Рамачандру идти за демоном в форме оленя. Его звали Марич. Он, этот демон пришел в форме золотого оленя, и Сита Деви попросила Рамачандру идти за ним, чтобы он поймал его для нее. Но Рамачандра сказал, что нет, это просто какой-то ракшас. Он принял форму оленя, а Сита Деви настаивала на этом. Но это была просто лила. И в Чайтанья Чаритамрите также говорится, Махапрабху приводит свидетельство, когда Равана пришел, чтобы поймать Ситу. Я был в том месте, в Дандакаране, несколько лет назад, и там Сита Деви, где Сита Деви была похищена Равана, это в Андхра-Прадеше находится, на границе Матья и Андхра-Прадеше. И вот тогда Раван пришел, то тогда Сита Деви, и когда Раван поймал Сита Деви, то говорится, что в Чайтанья Чаритамрите, в Курма Пуране, там говорится, что это было не Сита, это тень Ситы была. И когда Раван пошел ловить Ситу, Сита пропала. Это и тень Ситы только осталась. То есть тень, но эта тень Ситы, она была практически не отлична от самой Ситы. That time Sita Devi disappeared, taking Sita to Agni Deva. И вот в то время Сита она приняла прибежище у Агни Дева. И Раван думал, он, что настоящую Ситу схватил, но чит-шакти, внутренняя энергия Рамачандры, как это возможно, чтобы Раван какой-то ракшас поймал или даже прикоснулся к Сите? Махапрабху спрашивает, как это возможно, она же внутренняя энергия Рамачандры. Раван не может не только прикоснуться, даже увидеть ее не мог. И вот из Курма Пураны Махапрабху приводил эту Сиддханту. Сита Деви всю свою жизнь можно видеть. Она была Пативрата Нари. Она была единственная жена и была не отлична от Рамачандры. Но в лиле Рамачандры мы можем видеть, что Рамачандра, он был примером идеализма. Кришна – лила Пурушоттама, а Рамачандра – Марьяда Пурушоттама. И когда Сита была похищена Раваной, Рама и Кумбхакарна, они в прошлом были Джая и Виджая.
а до этого Хираньякша и Хираньякашипу. Потом Шишупал Дандавака и Дандаварка. И вот Ситадеви была похищена. Она была в саду Нандаканана, и там Раван ее поместил на время, и Рамачандра и Лакшман, когда они пошли освобождать Ситу. Но Рамачандра хотел организовать проверку для Ситы, чтобы люди не думали, что если она была похищена Равана и Ракшасам, то, мы, то люди, чтобы не сомневались в ее целомудрии, то Ситадеви, она была готова пройти любые проверки. И в то время она вошла в горящий огонь, а огонь не мог ничего сделать ей. И все люди видели, что огонь не смог причинить никакого вреда Сити. Это было одно из доказательств того, что она целомудрена. И после этого Рамачандра, когда он ходил по своему царству в обычной одежде, раньше у царя была такая практика, как у Прохлад Махараджа, Дурва Махараджа. Это сейчас все правители демоны, а в то время царь, не говоря ничего никому, он в обычной одежде ходил по своему царству, чтобы узнать проблемы своих подданных. Если были какие-то проблемы, недостатки, то он узнавал об этом и принимал меры. Юдхиштхир Махарадж, он также ходил в обычной одежде по своему царству, чтобы смотреть, как живут его подданные и не нуждаются ли они в чем-то. И вот Рамачандра однажды пошел вот так и увидел в одном доме муж с женой спорят. И Рамачандра пошел, прислушался и услышал, что он был шокирован. Муж говорит: «Я не пастух, как Рамачандра, что если Сита, что если Сита». То есть этот муж с женой ругался, то, что он говорит, что я не такой, как Рамачандра, если его жену похитил какой-то демон, и он смог вернуть ее назад, то если тебя кто-то похитил, то уходи, я не могу тебя принять назад. И вот и Рамачандра, услышав это, он принял решение отправить Ситу в ссылку. Он дал указание Лакшману, чтобы он вместе с Ситой отправился в ссылку. И там Сита родила двух близнецов, Лава и Куша. Они были так же могущественны, как Рама и Лакшма, когда совершали Ашваметха Ягью. Во время Ашваметха Ягью такая практика было, что лошадь свою отправляли, она шла куда и надо, и если кто-то эту лошадь ловил,
то хозяин лошади должен был сражаться с этим человеком, которому пришла лошадь. И вот во время Ашваметха яги лошадь Рамачандру поймали эту лошадь его дети, Лава и Куша. И вот Сита Деви была вынуждена отправиться в ссылку, и когда она опять доказала свое целомудрие, когда земля разошлась, и Сита Деви, она и Сита Деви, она ушла под землю, и но когда Рамачандра хотел ее вытащить, но из-под земли, но было уже поздно. Рамачандра, он и впоследствии Рамачандра, когда организовал какую-то ягью, то практика такова, что жена тоже должна присутствовать. Но поскольку она уже ушла, то Рамачандра, он каждый раз делал ситу из золота. Это была трета юга, в то время яги совершались. И вот для каждой яги он делал золотую ягью, призывал ее и так присутствовал на яге. И после того, как яга закончилась, их божества этих сит складывали на склад. И впоследствии эти божества золотых сит, они родились во Вриндаване, чтобы получить милость Рамачандры. Кто-то может сказать, что одного божества, по идее, достаточно было, но Рамачандра делал для каждой яги новую ситу. И вот в Гарга Самхите говорится, что те божества сит, они родились как гопи во Вриндаване, чтобы участвовать в Кришна-лиле, в Пурушоттаме, к Кришна-лиле. И вот в Рамаяне Туласидаса там это более подробно описывается. Рамаяна была написана в Валмики Муни за 60 тысяч лет до того, как явился Рамачандра. В Валмики Муни он смог видеть будущее, и он описал это все. И этот Валмики Муни, он впоследствии явился в форме Туласидаса, и Туласидаса он опять составил Рамаяну, но на более сладком языке. И вот на и он составил эту Рамаяну Туласидас второй раз уже на более таком простом деревенском языке. Если раньше он писал на санскрите, то я был там, где родился Туласидас, Шукара Кшетри, где Варахадев ушел с того места. Сукал Кшетра, Сора называется место.
Суктал это та, где, то место, где Шукадев Госвами говорит Бхагаватам, а там другое место. И Туласидас потом отправился в Айодхью, потом в Читракут, где Рамачандра был в ссылке. И вот там он составил Рамаяну, но перед этим Туласидас начал писать Рамаяну на санскрите в Варанаси, в Бенаресе, в Варанаси кшетре. И вот Туласидас Махарадж спал, и утром, когда он проснулся, он открыл, смотрит, ничего нету, хотя вчера он помнил, что 33 страницы написал, как это возможно, но опять написал, а потом опять в следующий день проснулся и смотрит, опять страницы все пустые, и что же делать? Он начал поститься перед Вишванатхом. О, Вишванатх, почему так случается? Я так много написал всего. И эти страницы опять куда-то пропали. Что, почему так случилось? Вишванатх явился во сне и сказал, что я так сделал, а почему? И Вишванатх сказал, что я хочу видеть Рамаяну на Матхири Басе, на простом деревенском языке. На санскрите она уже есть, а ты должен написать на более простом и доступном для понимания людей языке. И Туласидас, он принял это наставление. Вот Вишванатха начал писать на простом языке, иногда на санскрите писал какие-то шлоки, но большинство на таком простом языке, как Вриндаван-дас Такур, он на санскрите какие-то шлоки приводит, а все остальное на бенгале. И вот если вы будете изучать Рамаяну Туласидаса, то вы получите, то увидите, что в ней больше вкуса, ибо она более сладка. Она очень сладка, очень прекрасна. И там можно найти различные татвы, относящиеся к Сита-деве, к Рамачандре. И так или иначе, времени мало, на сегодня конец. И я прошу милости от Джанави Мата Такурани и у Сита Деви энергии Рамачандры, у Нитянанды. Tulsidas Ramayana, actually it is the Maitri Bhasa. I cannot remember all, but some or two. But actually, usually, I read this Ramayana long before. Sri Ramachandra ki pad bhajaman. This I can see something, not here, I think. Very nice.